Давайте кину и скажу честно что-то. В общем, честно скажу вам что-то. Занималась, девочки, я в джиме каждый день по часу и тягала ничего так. И ела. Девочки, ничего не худелось. Вообще ничего не худелось. И типа я там контролировала, считала, девочки, дефицит калорий надо. И занимайся. Толк будет, если дефицит калорий, ты будешь заниматься не каждый день, 3 раза в неделю. Но дефицит калорий и тебе даст результаты. Но вы знаете, для чего больше всего я занимаюсь? Вот я вам скажу, в джиме, да, занимаюсь, чтобы, вот чем медленнее я меньше занимаюсь, вот, например, я занимаюсь 2 раза в неделю. Естественно, результат будет, если я при этом не буду жрать. Я иногда сладко, иногда пиццу, да, иногда на выходные, да. И я вам сразу скажу, я не буду просто полнеть. И у меня будет держаться относительно один и тот же вес. Ну, вот я же говорю, как я вот была, да, на круизе, да, я ела все подряд, сладкого дофига, там, и в 9, и 10 вечера, но я потом раз и остановилась. И сейчас я это контролирую, но ем выходные, например, чтобы это не было у меня сильно трагически. Так я вам скажу, девочки, если будете есть и ходить постоянно в джим, не худеть не будете. Если вы, например, сейчас 80 килограмм и хотите сбавить, сбавить, то будете есть и ходить в джим, вы так и будете 80. А если вы хотите опять сбавить, то вы убираете, если вы едите все подряд, убираете хлеб, сахар. Окей, тяжело хлеб, давайте хлеб. Да, с борщом привыкли, не могу борщ без хлеба, как будто бы пусто во рту, у меня так было. Я ем, как будто бы какую-то воду пью без хлеба у меня. Это все привыкается, но окей, давайте просто сладкое. Это тоже вам будет тяжело. Поэтому давайте хлеб и сладкое только с утра. А потом половину сладкого уберите. Ну, я, девочки, знаете, как сделала? Я сразу все убрала, все, что я ела, сразу все выбросила нафиг, как мне сказала этот. Я помню, позвонила в Киеве подруге своей, я говорю, Инна, приезжай, мне там нужно тебе отдать кое-что. Я ей выгрузила 2 сумки. Знаете, что там было? Вермишель там было, там были йогурты, там были картошка, там, ну, короче, дофига всего было. Молоко, кефиры, ряженки, вот это вот, сгущенки, сахар, мука. Это я же блинчики постоянно делала с творогом, я себе делала. Потом этот, видите, как хорошо дорогу знаю, с вами разговариваю. Просто домой надо заехать, пару сессий провести и обратно. Ну и там кое-что поделать надо. А вот, и да, я делала запеканочки, вот эти, боже мой, я вообще, вы что, сметану жирненькую покупала, это все поливала, блинчики, творожочек туда жарила на масле, и это я все ела, боже мой, меня это, а потом начала заниматься, приехала, я не думала, что я поеду в Америку тогда, в Америку я узнала, что я поеду через 2 месяца, через 1,5 месяца, как я купила билет, тогда я знала, что я еду в Америку. Так вот спонтанно что-то я как-то рассказывала. С сыном сидели в ресторане. Ну, в каком ресторане? Кофеюшка. У нас всегда была суббота, это родительский день. Мы по субботам решили с сыном встречаться по утрам и ходить объедаться вкуснятиной. Потому что он знал, что я на диете. И я ему постоянно говорю, Макс, пошли тортика поедим, пошли в пузату хату, кто с Киева, знаете. Там я вареники ела с черникой. Поем, через возьму 2 порции, потом время проходит, я иду еще 2 беру. Это я вот так вот, девочки, у меня по субботам, в воскресенье я так объедалась. Представляете, с понедельника по пятницу я держалась по жесткачу, суббота, воскресенье, я объедалась тортами, варениками, всем, меня просто выносило. Я так, это я вам не могу объяснить, я не знаю, как это мне в желудок помещалось, у меня просто бешенство было, я по-другому вам сказать не могу. А вот. И поэтому я вам скажу, что вот это я все, короче, поотдавала своей сотруднице вот тогда в Киеве. Вот. И у меня, я сижу такая, думаю, боже, а что же мне есть? А он мне список написал, что мне есть. Из того, что он мне написал, я считала, что это я буду голодная. Вообще, это такой, он, овощи любые, салаты делай, грудка и кускус, бери булгур, бери. Я не знала вообще, что такое булгур.
Вот. Ну, это как ячневая наша такая вкуснятина. Я ходила его искала, я вообще не понимала, что мне есть, как это все готовить. Я это варила, давилась этим, все такое невкусное было. Ну, слушайте, а до этого то, что я ела почти что каждый день, блинчики себе, сырники делала, запеканки делала, обжиралась этим всем, да? А это нормально, нормально. Вот. Я там не сильно по мясу была, я вот в основном доедалась блинчиками, варениками, вот такое. Я не знаю, что раньше вот это вот, как на блинчики подсяду, девочки, с утра просыпаюсь, есть не хочу, потому что нажралась на вечер. А вот, понимаете, в чем дело? Потом думаю, протяну до 4 дня, вот так вот не ем. 4 как наемся, по 10, по 15 блинчиков могла съедать за 2 часа. Вот так вот засуну в себя там 5-6. Время проходит и 5-6. Время проходит опять вот так вот. И я там сварила, пожарила 20 блинчиков. Вот 20 блинчиков я должна захрямать их. А там еще творог, а там еще сгущенка, а там еще кофе или чай с молоком. Но сахара я не ставила, потому что и так сгущенки заливала, сгущенка это все. Девочки, как вы думаете? Ну вот так, здрасте, называется пузень. Вот. Ну а сейчас то, что я вчера вот что мы поели, я салат сделала, да? А, вот. И сделала я. А Роберт пожарил на гриле грудки. И все. И я просто такие, они такие тоненькие. Я просто держала грудку в руках, вот такая она, знаете, как в полосочках такая прожаренная, вкусненькая нам. Вот. И ела салатом. Вот салата много. Вот то, что я вам выше перечислила. Вот это мой ужин. Позавчера ужин был. А, что он сделал? А, ну опять грудку сделал. И буквально маленькая ложечка риса, столовая именно. И опять салат. Позавчера я вообще ничего не ужинала. Позавчера то же самое. Вот. Так что вот так, мои дорогулечки. Ну, постоянный контроль в еде, да. Да. И вот он, вы знаете, он еще такой поужинает, возьмет плитку шоколада с морозилки, на зараза так хрустит. А вот. Прелесть прямо хрустит. Но я-то знаю. Я ее съела, эту шоколадку, вот вчера, например, плиточку взяла в 10 утра. Вот так и все. Так что вот так, девчулечки.